Есть успехи на спортивной Неве и у крымских байкеров. На открытой сцене 5-го юбилейного Санкт-Петербургского международного мотосалона состоялся первый открытый чемпионат по армрестлингу среди мотоклубов. Республика без медалей не осталась. К турниру допускались официальные представители мотоклуба в обязательном порядке, имеющие права с открытой категории А – вождение мотоцикла. Приняли участие 12 моторганизаций. Первое место завоевали крымчане. Ну, вы знаете, мероприятие было не спортивное, честно скажу. Боролись с душой, но выиграли достаточно уверенно. Но горжусь тем, что представлял крымский мотоклуб «Островитяне». И в его лице представлял и всю республику Крым, всех крымчан. Поэтому боролись за вас, старались. Ну и рад, что победили. А для второго представителя Крыма на турнире, Александра Забродина, победа важна еще и с точки зрения принципа. Он любит ломать стереотипы, борьба на руках помогает в этом. Чтобы опровергнуть такой слух или, как сказать, стереотип, что байкеры ассоциируются только с пивом или еще с чем-то. И что они поддерживают и только за здоровый образ жизни. Такие мероприятия планируют сделать традиционными. В частности, байкеры республики рассчитывают, что следующий турнир пройдет именно в Крыму. Валерий Назирян, Игорь Романенко, «Время новостей».